жители Ульяновской области не перестали ломать ноги, не перестали, никуда не делись инфаркты, никуда не делись инсульты. И если дальше пойдет вот такая же ситуация, нам просто физически будет негде оказывать медицинскую помощь. Большое поражение, сказали легких. Нужно вот дышать по аппарату ИВЛ. Под ним я лежала постоянно все две недели. Мы будем лечить, держаться, несмотря ни на какую нагрузку. Ну, за людей обидно, за себя нет. Я готов по 12, по 24 часа работать, но людей жалко. Люди болеют тяжело, тяжело переносят эту инфекцию. Молниеносное течение, более агрессивное. И пул пациентов, конечно, помолодел. В основном летальные исходы у нас у пациентов, которые все-таки старшая возрастная группа. И необходимо отметить, что да, это все пациенты, которые не были привиты.